Событие для модниц. Во Дворце искусств открылась ярмарка по продаже верхней одежды из натурального меха. В Бобруйск мехомания привезла новую коллекцию шуб от ведущих фабрик России. Более 200 моделей. Вот такая вот новая модель, очень интересная, она А-образного кроя. Это не кусочки, это стрижка меха. Воротничок-стоечка садится очень хорошо, подчеркивает фигуру, создает стать девушке либо женщине. Вот, очень красиво смотрится. В этом сезоне, отмечают консультанты, большинство шуб отшито по лекалам итальянских дизайнеров, что обеспечивает хорошую посадку и актуальность модели на несколько сезонов вперед. Все шубы, к слову, имеют паспорта и гарантию, а размерный ряд предусмотрен для любой комплекции от 38 до 64. Приобрести изделия можно как за наличный расчет со скидкой 10%, так и в рассрочку на 10 и 14 месяцев. Действуют также карты покупок «Халва» и «Картофан». Это сырье овчина, а выделка мутон, астраган. Также у нас есть небольшое количество изделий из кролика и норки. Ценовая политика на мутон – это от 588 рублей до 1800 рублей. Норка – от 1690 до 3296 рублей. Помимо стильных вещей, на ярмарке представлен и экологически чистый продукт – алтайский, башкирский, российский и белорусский. Ирина Арцеменя, кажется, о меде знает все. От технологий приготовления до полезных свойств. Продавец сладкого продукта предлагает широкий ассортимент товара. Даже цветной, с добавлением малины, липы, кедра и перги. От 12 рублей за килограмм. Каждый вид перед покупкой можно продегустировать совершенно бесплатно. Мед с пергой является самым высокопитательным продуктом. Он содержит в себе полноценные белки, витамины, минералы и микроэлементы. Самый высокий мед, цена до 50 рублей. Вообще с пергой, с прополисом 20 рублей килограмм стоит медик. А по чайной ложечке в день это в результате получается недорого. Продукция белорусского и российского производства, фермерские изделия, рыба и консервы. Горожанам доступны также специи, чай, сухофрукты, аксессуары, одежда, обувь и мелочи для дома. Товары по вкусу здесь найдут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания. Есть и те продукты, которых нет на прилавках масс-маркетов. Есть уникальная продукция Бийского фармкомбината. Это вот 60% кедровое масло, 30% живицы и по 10% алоэ. Это сильнейший тоже иммуномодулятор. Здесь простуда, здесь все кожные болезни. Конский каштан при варикозах, мумиота. Продолжит ярмарка свою работу во Дворце искусств до 28 ноября. Порадовать себя покупками можно ежедневно с 10 утра до 7 вечера. В выходные модный базар будет работать также без обеда и перерывов. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.